волшебный свет. На любой вопрос даст ответ. Лишь в сказке хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь, в сказку поверишь, раз поверь. Днем или ночью чудо откроет дверь. Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии. Как обычно, по понедельникам на Первом канале ОРТ познавательно-развлекательная программа для детей и их родителей «Звездный час». И у нас на площадке балет Аллы Духовой «Тодес». Я попрошу на нашу площадку выйти участников нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, дорогие мои мальчики, девочки. И всякие другие родственники. Давайте с ними познакомимся. И начнем мы с очаровательной девушки в красной майке по имени Наташа Светлеющая. Село Куженкино. Помочь своей двоюродной сестре приехал ее брат Руслан Абакаров. Идем дальше. Немножко траурно оделся, но я знаю почему. А вы узнаете через несколько минут. Олег Муриков, город Серпухов. Во весь рот, во все свои могучие усы улыбается его папа Николай Михайлович. Лиза Садкова, город Кронштадт. Аплодирует своей дочери мама Галина Васильевна. Егор Шевяков, город Алексин. С мамой Надеждой Дмитриевной приехал он на нашу программу. Ира Бондаренко из города Сочи. Вот видите, все ближе к лету туда, в Сочи, а Ира, наоборот, оттуда к нам в Москву, для того, чтобы вместе со своей мамой Мариной Георгиевной поучаствовать в программе «Звездный час». И, наконец, Юлия Котомина, город Кимры. И тоже с мамой Ниной Федоровной. Ну что, друзья мои, по традиции предлагаю вам заработать звезду в начале нашей программы за какое-нибудь выдающее достижение в области вокала, танцевального искусства или прикладных ремесел. Вот я вижу, что Наташа на столе стоит что-то такое, сделанное своими руками. Так или нет? Да. Расскажи нам, что это такое. Сережа, я вам принесла вот такую поделку, сделанную из морских ракушек. И пускай она вам напоминает о теплом лете и о этой передаче. Ну а что напоминает? Лето, оно вот теплое уже перед нами. Под ногами, можно сказать. Я учусь в Куженкинской школе, и когда я уезжала, меня просили передать вам вот этот сувенир, сделанный руками ребят и учителей. Спасибо, Наталья. Олег Муриков, город Серпухов. Сейчас нам Олег объяснит, почему он пришел в черном. Я подозреваю, что это не траурная одежда, а это торжественный такой случай, да, для тебя? Совершенно верно, Сереж. Так. Я решил сделать какой-то необычный подарок. И вот мы, я со своей партнершей, хотели станцевать. Это Ира Панфилова, она учится в 3-м классе. Так. В 7-й школе. А ты в каком классе? В 6-м. В 6-м? Ну, какая у вас разница большая? Бывает. Вообще ничего, нормально, в этом возрасте. И вот мы хотели станцевать вам танец ча-ча-ча. С удовольствием. Ча-ча-ча – это мой любимый танец. Очень простенький, да? Ча-ча-ча. Раз, на, ча-ча-ча. Давайте послушаем музыку и насладимся творчеством юных серпуховчан. Yeah.
нашелся в том году. Браво! С какой страстью они танцуют, посмотрите, это третьеклашка и этот шестиклассник, а? Вот у нас довольно часто здесь мы видим танцы бальные, но никогда еще я не видел в глазах столько огня, особенно у мальчиков. Поздравляю тебя с партнершей, а тебя, соответственно, с партнером. Иди переодевайся, а мы пока будем знакомиться с нашими следующими участниками. И это Лиза Садкова, город Кронштадт. Здравствуйте. Я давно мечтала попасть на вашу передачу, и вот мечта сбылась. Ну, во-первых, я приехала из замечательного города Кронштадта, который расположен на острове Котлин, восточной части Финского залива. И хочу вам подарить вот эту книжку про Кронштадт. Там какие-то неприятности были, по-моему, где-то в 18-м году, да? Ну да, там был кронштадтский мятеж. В 18-м году ничего не перепутал? По-моему, да. По-моему, да. Вот, я хочу вам подарить, пожалуйста, плакат, который я нарисовала вместе со своей подругой. Так. На нем мы пытались изобразить то, как я попала на эту передачу. Мы хотели изобразить вот настроение. Не знаю, как это получилось, но... Получилось. Но плакат яркий, красочный, что соответствует моему настроению. Это вот ты стоишь, да, в маечке «Звездный час»? Да. С крыльями летит письмо твое? Да. Сколько, кстати, писем ты написал нам? Два письма. Два. Всего два письма. Это не так уж много. Смотри, повезло тебе. Аплодисменты. Егор Шевяков, пожалуйста. Городу Алексину, откуда я приехал, в том году исполнилось 650 лет. И в честь этого была выпущена книжка про город Алексин, ага. которую я и хочу вам подарить. Покажи. Красота. Алексин, где это хоть территориально? Тульская область. Тульская область. Молодец. Спасибо тебе, Егор. Ира Бондаренко, город Сочи. Я приехала из солнечного поселка Красная Поляна, который находится рядом с городом Сочи. Этот поселок в прошлом веке обосновали греческие поселенцы. Когда я приехала в этот поселок, я очень увлеклась историей греков, их культурой. Я сейчас учу греческий язык и хотела бы вам подарить национальный греческий костюм. Это мужской национальный греческий костюм. Да. Какие странные у греков мужчины, смотри, в юбках. Также я хочу еще рассказать, что греческий язык очень напевный, красивый. И хочу сказать несколько слов на этом языке. Ну, только хотел тебя об этом попросить я. Парте автос то сувенир, я эндикси филиас. Примите этот сувенир, знак нашей дружбы. Салям алейкум, могу только тебе ответить, потому что по-гречески знаю только это слово. И, наконец, Юля Котомина, город Кимры. Я приехала из города Кимры. Наш город не очень большой. Его окружает лес. И в нашем лесу есть белочки. И поэтому специально для вашей передачи я выжгла эту картину. Ну что ж, аплодисменты Юле Котоминой. Но, как это часто бывает, первое впечатление меня не обмануло. И страстный танец Олега Мурикова и его партнерши поразил меня в самое сердце. И именно он получает звезду в начале нашей программы. И, внимание, на нашу видеостену, на ней находится одежда. 8 видов одежды. Очень непростые названия, но в этом и есть, собственно, смысл нашей программы – попытаться догадаться, о чем идет речь. Внимание! Туника, бурка, епанча, кильт, панева, бешмет, даха и амазонка. Первый вопрос. Южные народы, к которым теперь относится по праву Ира Бондаренко, проживая в Сочи, хотя живут на юге, там тепло, но все-таки носят плащи. Как такой плащ называется? Пожалуйста. И давайте-ка поприветствуем двоих наших участников, поднявших табличку номер два. Конечно, это бурка номер два. Олег и Юля. Олег Муриков и Юля Котомина делают один шаг по нашей площадке. Молодцы. А следующий вопрос звучит так. Как известно, в Шотландии даже мужчины носят юбки. Ну, конечно, не каждый день, но по праздникам. По большим праздникам надевают такие клетчатые юбки. Вот найди здесь, пожалуйста, клетчатую шотландскую юбку, которую носят мужчины.
И изумительно правильный ответ у всех участников. Конечно, это кильт номер 4. Эта одежда очень просто выглядит. Такой длинный широкий плащ. Как называется длинный широкий плащ? Егор, давай смелее. Молодец. Егорка, молодец. Молодец, потому что единственный поднял правильную табличку. Номер 3. Епанча. Называется длинный широкий плащ. И Егор делает шаг вперед по нашей площадке. Когда женщина собирается верхом прокатиться на лошади, а как вы понимаете, женщине это сделать довольно непросто, в связи с тем, что одежда у нее так устроена, она вот надевает такую специальную одежду, которая называется... Без подсказок, пожалуйста. Ну что ж, почти все, кроме Юли. Правильный ответ номер 8. Амазонка, конечно! И Олег с Егором выходит во второй тур! Обыкновенная домотканная юбка, как называется? Табличку, пожалуйста. Давайте сверимся. Конечно же, конечно, это Панева номер 5. И вот мы сейчас с вами видим, что все 6 участников нашей игры стоят на одной линии. Юля там что-то такое задержалась. Поздравляю вас. Вы все выходите во второй тур. Мы ни с кем не будем прощаться, потому что у нас нет для этого оснований. Количество звезд у всех одинаково, и все остаются. С чем я вас и поздравляю. В эфире «Звездный час». Внимание, кубики в студию. Совершенно правильно схватили за ручки, да? Вам сейчас нужно записать эти буквы или хотя бы несколько из них, которые составляли бы слово. У, Х, А, снова А, твердый знак, Р, И, Т, М. Итак, какие слова у нас прозвучат из зрительного зала? Марат. Марат имя собственное, к сожалению. Хурма. Хурма. А вот хурма достойна аплодисментов, потому что это замечательный фрукт. Хурма из 5 букв. Труха. 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 Молодец. Труха. Хорошо, еще слова. Рахит. Рахит. С таким удовольствием сказал. Рахит. Аплодисментов даже не хочется. Но что, придется поаплодировать, потому что рахит — это хоть и болезнь, но все-таки в словаре имеется. Еще есть слова у нас? Махра. Махра. Аплодисменты. Слово махра есть у нас. Это махорка. Это аплодисменты авторам слов хурма, труха, махра и рахит. Пожалуйста, аплодисменты. Поворачивайтесь к нашим зрителям лицом. Давайте мы вас разглядим как следует. И быстренько познакомимся. Лена. Сколько лет? 10. Так. Андрей, 11. 11. Полина, 7. Полина самая маленькая у нас, наверное, 7 лет. И? Юлдаш, 9 лет. И Юлдаш, 9 лет. 7, 9, 10, 11. Ну что ж, у меня для вас есть один подарок, один приз. Сейчас вам предстоит догадаться, что это такое. Кто первый догадается, тому этот приз и полагается. Начнем с себя давай. Фотоаппарат? Нет, не фотоаппарат. Приемник? Не приемник, Полина. Давай подумай хорошенько. Видеокамера? Ишь ты, какая видеокамера! А ключи от автомобиля не хочешь? Так, Юлдаш. Плеер. От слова play. А что такое плеер? С наушниками. С наушниками. Это такая шапочка, которая еще и играет, да, к тому же? Ты знаешь, мне такое ощущение... Ой. А это я другое отделение открыл. В этом рюкзаке много отделений. А вот в этом отделении лежит как раз то самое, о чем говорил Даш. Вот, пожалуйста. Это тебе, на. Тебе спасибо, милый. И знаешь, еще и рюкзак. А наушники там тоже есть, и рюкзак. Держи, аплодисменты Юлдашу. Хоть и слово он, конечно, выбрал. Дай бог какое, но все-таки не случайно. И вы, конечно, отправляетесь на свои места. А тебе, Юлдаш, аплодисменты наших зрителей. И всемирная слава. Ну что ж, а теперь самое интересное. Самое интересное, решающее
выступление наших участников. Наташа, твое слово. Ритм. А? Ритм. Ритм. Четыре буквы. Не густо. Олег? Тархун. Тархун. Название травы. Замечательно. Ты вместо буквы «Н» взял звезду. Аплодисменты. Тархун. Это шесть букв, между прочим. Лиза? Триумф. 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 И тоже шесть букв. Браво! Егорка? Рутина. Рутина. И тоже шесть букв. Молодец. Ирина? Примат. Примат. Это который... Да? Да. Ну вот мы с вами признаемся, уж будем честными. Мы с вами тоже приматы. И тоже шесть букв. Молодец. И, наконец, Юля. Травма. Травма. Не приведи Господь, конечно, но все равно шесть букв. Аплодисменты. Ну вот теперь давайте посмотрим на количество звезд. И абсолютно нечего гадать. У Олега Мурикова 5 звезд, а значит, ему идти открывать наш ящик. Пожалуйста. Автор самого длинного слова открывает любой ящик из тех, которые перед вами. Ну, конечно, кроме того, на котором висит замок. Видишь замок, да, Олег? У тебя ключа-то нет от замка? Нет. А вот набрал бы ты 8 звезд, был бы у тебя ключ. Ну что ж, какой ты ящик выбираешь? Оранжевый. Оранжевый, давай. Пожелайте удачи, везения необычайного. О! И кажется, удача улыбнулась нашему Олегу Мурикову. Теперь вдобавок к своим танцевальным способностям он будет иметь еще и теннисную практику. Скажи, ты умеешь играть в теннис? Так, чуть-чуть. Лиза, Егор, Ира, Юля и, конечно, Олег продолжают борьбу в нашей программе. А вот с Наташей, к сожалению, придется проститься, потому что, Наташа, твое слово всего из 4 букв. Наверное, ты разволновалась и немножечко задумалась, да? Ну что, аплодисменты Наталье. Светлеющий. Хотя сейчас ей больше подходит прозвище мрачнеющее, потому что она покидает нашу площадку. Но это ненадолго, друзья мои. Она сейчас сядет в наш зрительный зал и будет смотреть, как ее товарищи будут продолжать борьбу за звание победителя нашей программы. В эфире «Звездный час». Дорогая Наташа, вот тебе поедешь в село Куженкино, привезешь, там угостишь конфетку, да, ребят? С этим ты будешь ходить в школу, да? А вот эта замечательная штука у взрослых, дядь и тетя, это называется органайзер. Но сейчас такое придумали для детей, называется это фан-факс. Здесь тоже органайзер, только гораздо более веселый, смешной, с разными картинками. Да еще тут, мало того, всякие полезные факты, рекорды, и все это у тебя будет теперь лежать в портфеле. Уверяю тебя, ты будешь, наверное, одна в своем селе, у которой есть такая штука. Фотографии на память. И давай продолжим нашу программу. В эфире «Звездный час». Итак, перед вами реки нашей планеты. Ганг, Лена и Дунай. Насколько я разбираюсь в географии, а я в ней разбираюсь ого-го, все эти реки текут по территории Азии. И вот мы сейчас с вами увидим. Я вот хотел бы спросить, например, у Лизы. Лиза, почему ты поняла табличку номер 3? Ну, потому что Дунай не течет по территории Азии. А где же он течет? Он течет в Европе. Вот практически вместо меня весь ответ и рассказала нам Лиза Садкова. Молодец, табличка номер 3, конечно. В Европе течет Дунай. Егор, а ты чего? Ты же тоже знал ответ. А чего стесняешься? Другое дело, что Лиза была первой, получает звезду, и у нее становится их 4. Лиза с Егором молодцы. Писатели, сказочники. Перо, Лагерлёв и Киплинг. Напомню, что Шарль Перо написал сказку про Золушку. Помните, да? Сельма Лагерлёв сказку про путешествие Нильса с дикими гусями, да? А Киплинг про Маугли. Я утверждаю, что все эти писатели в разные годы своей жизни получили Нобелевскую премию. Ира, а ты что, знала, что Шарль Перо жил в 17 веке и никакой Нобелевской премии тогда еще не было, да? Аплодисменты Ире Бондаренко из города Сочи.
которые абсолютно правильно дают ответ, единственный из всех наших участников. Конечно, Шарль Перро жил бог знает когда, это не то что Нобелевская премия, тогда и премий, наверное, вообще никаких не было. Натуральный обмен, понимаешь, да? Феодализм сплошной. Внимание на экран, перед вами государство скандинавского региона. Дания, Нидерланды и Швеция. Нет ли чего лишнего? Пожалуйста. Могу поздравить Егора, он вышел в финал. Потому что он поднял табличку номер два. Нидерланды, или по-нашему говоря, Голландия, не входит, конечно же, в скандинавский регион. И табличка 2 помогла Егору выйти в финал. Да, по-моему, он еще и был первым, кто поднял правильную табличку. Получает еще одну звезду, и у него становится 4. Егор, можешь уже успокоиться, если хочешь. Ну, а вы, дорогие мои, Юля, Ира, Лиза и Олег, по-прежнему должны напряженно думать над следующим вопросом. Вот он. Яйцо, куколка и гусеница. Три ипостаси насекомого. Три части жизненного цикла. Егор, ну, Егор, поднял табличку? Давай отвечай за свои поступки. Вот, и так и стоит теперь слушать, пока я буду читать вопрос. Я утверждаю, что насекомое, например, бабочка, развивается так. Сначала возникает яйцо. Кто-то откладывает яйцо. Потом из него образуется куколка. И уж только потом из куколки вылупляется гусеница. Поднять надо две таблички, потому что все это действительно это жизненные циклы насекомых, только они в неправильном порядке расположены. Потому что сначала гусеница превращается в куколку, а потом куколка превращается в кого? В бабочку. Конечно, таблички 2 и 3. Олег Муриков, молодец! Внимание на экран, перед вами города. Лиссабон, Дамаск и Багдад. Вспомните, пожалуйста, историю. Мне кажется, что через все эти города в древности пролегал Великий Шелковый путь. Конечно, разумеется, никакого отношения к Великому Шелковому пути не имеет столица Португалии Лиссабон. Номер один. Абсолютно правильный ответ. И Ира, Лиза и Олег достигают черты финала. Но вот тут-то самое главное и начинается, друзья мои. Вот они, звезды. Звезды говорят, звезды пишут, звезды рассказывают. Звезды шутят. Дурную шутку они пошутили с Ирой, потому что Ирочка наша с 4 звездами, увы, не годится для финала, в отличие от Олега, у которого их 5. Аплодисменты Олегу Мурикову, он в финале. Ну, а Лиза и Юля, естественно, вместе с Ирой попрошу сюда для вручения последних даров любви и дружбы. Вот целая куча, разбирайте это все вот вам. Знаменитый фан-факс, органайзер для детей, шоколадные конфеты, рюкзаки. И все это то же самое вам, девочки. И давайте уже поскорее занимайте места в нашем зрительном зале, потому что самое интересное у нас как раз впереди. Это финал, в который вышли Егор с Олегом. Давайте сфотографируемся на память. Ну что ж, посмотрим, кому улыбнется удача Егору или Олегу в финале программы «Звездный час». Приглашаю вас на финальное состязание нашей программы, в которое вышли Егор Шевяков и Олег Муриков. Им предстоит сейчас составить как можно большее количество слов из одного не слишком длинного, уверяю вас. Работа предстоит непростая. Напомню, что и у Олега, и у Егора по 5 звезд, так что будет абсолютно равная борьба, да? Слово «хрусталь». И 15 секунд времени на все про все. Время пошло. Егор, тебе начинать громко, отчетливо. Давай. Хруст. Хруст. Лад. Сталь. Сталь. Олег, придется, по-моему, позвать папу, да? Пожалуйста, помогайте. Нет, сюда идите, у нас здесь все происходит. Сюда идите, садитесь, что вы. Поможем папе аплодисментами, что-то он растерялся в последний момент. Присаживайтесь. Давайте. Таль. Таль, часть морской снасти, да? Руль.
Руль. Руль. Хруст. Хруст был. Трус. Труса не было. Ар. Ар. Ус. Ус. Ха-ха. Рать. Рать. Тур. Тур. Вот это хорошо. Тур вальса. Прекрасно. Маму зову. О, аплодисменты команде Егора, у которого кончились слова собственные. И теперь только на маму одна надега. Да нет, вы что на ухо шепчете? Прямо сюда нам говорите. Ас. Ас, конечно, летчик-испытатель, а? Руль. Было. Руль. Было. Ура. Ура, это не существительное, к сожалению, это такое восклицание. Раз. Два. Стул. Стул. Стул, конечно, стул. Молодец, аплодисменты команде Олега. Думаю, теперь ты. Теперь вы думаете. Раз, два. Тем временем программа наша заканчивается неумолимо. Три, четыре, пять. Все! Пожалуйста, вам конфеты, мамочка. Вам всем такой вот рюкзачок, куда все это можно сложить. И скромный, поверьте, скромный, но от души подарок нашему Егору Шевякову. Он так немножко рот-то ты, рот-то предзакрой, а то может простудиться, понимаешь? Вот. И давай посмотрим, как будем сейчас поздравлять нашего Олега. И желать ему всякого счастья и удачи в эфире «Звездный час». Гордость и будущее нашей Родины. Вот тебе диплом. Это все-таки документ. Какой-никакой. Победителю программы «Звездный час» Олегу Мурикову с моей подписью. Вот тебе наш кубок. Поехали. Я хочу поблагодарить всех за то, что они поддерживали меня. Хочу поблагодарить своих родителей, что они как заставили меня написать письмо. Минуточку. Они что, тебя били даже, что ли? Нет. А что значит заставили? Я не понял. Это не твоя была инициатива, что ли? Нет, инициатива моя была, но я не мог написать как-то. Лень было, да? Нет, не лень была. Ну, как сказать. Не знал, что написать. Не знал, что писать? Да. А потом они сказали мне, чтобы я о себе рассказал там. О, правильно. Пока родители не скажут, так и будешь ходить в кавалерах. Ну-ну, продолжай дальше. Что они меня сюда привезли. Что они меня вырастили таким, каким вы видите сейчас. Всех учителей хочу. Очевидно, за то, что они тебя вначале все-таки немножко родили, да? Да. Угу. Хочу поблагодарить всех учителей моей школы номер 2 за то, что они меня выучили. И, в общем... И до сих пор не выгнали. Да. И, в общем, я очень рад, что он победил сегодня в этой передаче. А мы-то как рады. Аплодисменты Олегу Мурикову. И вот уже чувствуешь... Вот у тебя есть одна партнерша, да? Да. А представляешь, вот у тебя будет сразу вот 6 партнерш. 7. Хочешь 7 партнерш? Не знаю. Не знаю. Сейчас узнаем. Потому что эти партнерши сейчас появятся у нас на площадке. А это группа «Стрелки». Красота, воплощенная красота, молодость и азарт. Вот эта группа «Стрелки» с подарками для тебя, Олег. И кому-то из вас я сейчас могу дать микрофон, чтобы вы сказали теплые, добрые слова. Добрый вечер. Олег, я тут. Олег, я тут. Привет. Мы тебя поздравляем, желаем тебе всего хорошего. Нам было очень трогательно все, что ты сейчас сказал. Мы даем тебе этот видеомагнитофон, мы даем тебе этого Мишку Винни-Пуха и компакт группы «Стрелки». И что твой звездный час длился просто вечность. Согласен? Да. Ну что ж, друзья мои, а мы с вами прощаемся. Вы нам сейчас какую-нибудь песню споете, да? Да, угадали. А я уже пошел готовиться к следующей программе, которая ровно через неделю опять на канале УРТ будет вас радовать и потешать. Меня звали Сергей Супонев. До новых встреч. Пока! Выбираешь сам уютный дом своей семье.
свою дорогу на земле. И попутный ветер паруса. Ты выбираешь сам лестницу в небеса. Ты выбираешь сам время к своим часам. Ты выбираешь сам связку ключей сердца. Завтрашнего дня.